Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2». Партнер программы новости – медицинский центр «Анапа-Океан». В эфире новости «Анапа-регион». Я Ирина Меркурьева. Здравствуйте. Итак, смотрите сегодня в выпуске. С пылу с жару специально к празднику. Анапский хлебокомбинат изготовил караваи к юбилею Краснодарского края. Великое Отечественное глазами детей войны. Анапа готовится отметить годовщину освобождения города от немецко-фашистских захватчиков. Скользящие по воде. Лучшие кайтбордеры России и зарубежья ловят ветер в станице Благовещенская. Сегодня состоялась внеочередная 30-я сессия Совета муниципального образования «Город-курорт Анапа». Заседание провел председатель Совета Леонид Кочетов. В работе сессии принял участие заместитель директора Департамента внутренней политики Краснодарского края, начальник управления по взаимодействию с органами местного самоуправления Вадим Козлов. Муниципальный совет депутатов принял заявление главы муниципального образования «Город-курорт Анапа» Сергея Сергеева об отставке по собственному желанию и объявил конкурс на вакантную должность. После того, как депутаты проголосовали за прекращение полномочий Сергея Сергеева, Вадим Козлов пояснил процедуру, по которой в Анапе будет утвержден новый глава администрации. Конкурс пройдет в два этапа. На первом будут оцениваться полнота, своевременность и достоверность предоставления соискателями необходимых документов. На втором этапе конкурс комиссия будет проводить собеседование. Кандидатуры, прошедшие оба этапа, будут представлены в городской совет. К 80-летию Краснодарского края у каждого предприятия свои подарки. Анапский хлебокомбинат уже несколько дней принимает заказы на изготовление особенной продукции. В ней все символы богатого хлебного и солнечного края. К тому же, чтобы такая продукция по-настоящему радовала потребителя, в канун юбилея проделана большая работа. В новом тестомесильном цехе предприятия рождение сдобного теста проходит в более комфортных условиях. Многие мероприятия к 80-летию Краснодарского края украшают вот такой каравай. Ко дню города это тоже самая желанная праздничная продукция. Такие шедевры, большие и маленькие, дань многолетней традиции. Анапчане знают, что на хлебокомбинате можно, заказав такой каравай, не беспокоиться о качестве. На государственном предприятии подход к качеству государственный. В нашем предприятии внедрена система менеджмента КАС, то есть усиленный контроль за качеством и безопасностью продукции. Технологический процесс весь под контролем наших лаборантов, наших технологов. Ароматный, резной, в меру сладкий – такой хлеб станет настоящим украшением любого торжества. 25 лет работает на предприятии мастер, который с удовольствием берется за дополнительную творческую работу. Ну, если есть желание, то, конечно, любое дело по плечу. Мне было интересно, мне нравилась кондитерская работа. Очень было интересно именно украшения, цветы. Ну и потихонечку как бы и журналы смотришь, и где-то подсматриваешь, где-то свои цветы придумываешь. Елена Станиславовна, как и многие работники предприятия, пришла сюда, получив профессиональное образование. Попала я сюда после окончания техникума Крымского, тогда был техникум, нынче колледж. Я технолог по образованию. И здесь работаю дрожжеводом. Уже много лет работаю, очень люблю свою. Душой прикипела к хлебокомбинату. Сегодня работать здесь очень интересно. Новая линия дает размах для творчества, а теперь и новый тестомесильный цех, где создан специальный микроклимат для рождения теста. Оптимальную температуру поддерживают кондиционеры. Чистота и порядок здесь стерильные, а все остальное в руках настоящих профессионалов своего дела. Ровно 77 наименований хлебобулочной продукции в ассортименте предприятия. И каждая проходит тестирование на покупательском спросе. Очень много хлеба подвергается тостерной нарезке и вакуумной упаковке по желанию заказчика. А в запасе у предприятия еще очень много планов, о которых мы обязательно расскажем. 21 сентября Анапа отметит 74-ю годовщину освобождения курорта от немецко-фашистских захватчиков и День города. В подготовке к знаковому событию задействованы все городские службы. Активное участие принимают и ТОСы. Памятная акция, которая пройдет на улице Кати Соловьяновой, где родственницы героической подпольщицы вручат специальный памятный сертификат, не единственное мероприятие, где общественники – главные организаторы.
Также состоится митинг трех поколений у памятника «Три свечи». В море у Варваровской щели, где высадилась и приняла свой последний бой группа разведчиков под командованием капитана Калинина, на воду возложит венок. Насыщенной обещает быть вся следующая неделя. Запланированы десятки мероприятий по месту жительства. Их помогают организовать Управление культуры и Управление по делам молодежи города-курорта, а также депутаты. У нас общественники занимаются очень большой патриотической работой на местах с населением. И те памятные мероприятия, которые проводятся на местах, это некоторое подведение итогов их работы. Это лишний акцент на патриотику, на свою любовь к городу, на память о том, какие здесь были бои, какие здесь были герои, как живет сейчас Анапа. День микрорайона, день улицы, день двора. Это сплачивает людей и помогает им в дальнейшем развивать свои территории. Благоустройство ли, социальные какие-то вопросы решать. Это все идет на позитив, на развитие нашего муниципального образования. В городе-курорте планируется провести целый ряд тематических мероприятий, посвященных 74-й годовщине освобождения Анапы. Главные герои этих дней, конечно, ветераны. С каждым годом их становится все меньше. Они нуждаются в нашей заботе и внимании, и в свою очередь готовы делиться историей и памятью о тех страшных временах. На улице Родниковой живет сразу несколько коренных анапчан, испытавших трудности рокового времени на себе. В этом доме живет уже седьмое поколение. Родовое гнездо было построено еще прадедом двух сестер. Надежда Шутова и Светлана Болобина – дети войны. Когда в 42-м году в Анапу пришли немцы, они еще не понимали всей серьезности положения. Но им пришлось быстро повзрослеть. В этом подвале семья пряталась от бомбежек. На обшарпанных каменных стенах остались засечки. Столько дней люди боялись выйти из укрытия под грохот разрывающихся снарядов. Бомбили страшно. Тут-то тоже снаряды рвались вот. Рядом в этих огородах у соседей. А на углу дом был, вот Родниковой и Садовой. Там прям снаряд в стенку в дом попал. Как люди остались живы, не знаю. Бедную нашу Анапу бомбили, что ой-ой-ой, как там. И люди с города, все бежали сюда, значит, в Алексеевку к нам. Тут меньше бомбили. Там порт был, этот морской же, там вся это была Кукина. А мы тут в Алексеевке, и к нам люди ходили ночевать. Их отец ушел на фронт и погиб на переправе в Керчи в 43-м. Остались только пожелтевшие фотографии и похоронка. В то время семье удалось выжить только благодаря огороду и корове. Спасительницу, как ее называют сестры, прятали от немцев до конца войны. Один раз даже в трансформаторной будке. С горестью о войне вспоминают и те, кто оказался в то время вдалеке от малой родины. В этом году Вере Яковлевне Шубиной исполнилось 102 года. Она была фронтовым поваром. О страшной новости узнала, будучи в Москве. Пошла в магазин. Зашла в магазин, вдруг народ бежит. Продавцы говорят, что вы делаете, вас милиция заберет. Вышла на улицу, а Молотов говорит, война. После освобождения Анапы Вера Шубина вернулась на Кубань. Здесь вышла замуж, создала семью. Сейчас живет вместе с дочерью. Часто заходит в гости к своим соседям. У них много общего, одна история, одна страна, одна война. А вместе, как говорится, и любые беды переживаются легче. Всякие жизни бывают, моменты тяжелые и неприятные. И когда с кем-то чем-то поделишься, то это уже полбеды долой, полгоря минус. Сейчас эти героические женщины воспитывают уже правнуков. Но признаются, что пока им не рассказывают подробности той страшной войны. Ограничиваются поучительными историями из жизни. Но когда придет время, обязательно передадут фотографии и письма вместе с памятью, как часть нашей истории. Завтра, 16 сентября, на Кубани широко и с размахом отметят 80 лет со дня образования Краснодарского края. Главное торжество пройдет в краевой столице. Туда в составе анапской делегации отправятся и творческие коллективы нашего курорта. Анапчан и гостей города также ждет большой праздник.
В 16 часов начнется каскад концертов и литературно-музыкальных программ по всему муниципалитету. На Театральной площади выступят гарные казаки Народного казачьего хора. В городском театре состоится видеопрезентация «Живи и процветай, любимый край». На площадке перед Центральной библиотекой запланирован литературный праздник «Ты вечная любовь, моя Анапа», свободный микрофон и конкурс знатоков «Кто больше знает о крае родном». В домах культуры «Молодежный» и «Алексеевский» состоятся концерт и литературно-музыкальная гостиная. Праздничные мероприятия, посвященные юбилею Краснодарского края, пройдут и в домах культуры всех сельских округов. Ежегодный фестиваль «Формула успеха» состоялся сегодня в сквере имени Гудовича. На простых примерах школьникам показывали важность работы в команде. Само мероприятие – часть программы по работе с детьми, которые находятся в социально опасной ситуации. Специалисты говорят, что большинству просто необходимо показать возможности для самореализации. А если нужно, то и поддержать в трудную минуту. Более 100 школьников со всего муниципалитета. Команды по 5 человек. Им необходимо пройти 6 площадок с испытаниями. Мы сегодня приготовили для вас очень интересные конкурсы. Не столько проверить вас на быстроту, ловкость и силу, сколько на ваше творческое начало, на ваш интеллект, эрудированность и, конечно же, насколько сплоченная ваша команда. На это нацелено наши сегодняшние мероприятия. В каждом задании необходимо чувствовать плечо товарища, действовать синхронно с оглядкой друг на друга. Еще одно задание уже не из обязательной программы – профориентационный тест городской службы занятости. Здесь поверхностная диагностика, мы просто определяем сферу интересов. Да? Те дети, которые не могут определиться, есть расширенные диагностики, там свыше 500 вопросов. Но там полностью разбивка по производствам, по отраслям, предпочтения, психологическая готовность. Да? То есть хорошие диагностики, уже на основании этих диагностик дети более конкретно определяются, куда им идти учиться. Андрей из станицы Анапская учится на сварщика. Кроме того, тест показал наличие творческой жилки. Здесь он нашел себя, занимаясь воркаутом. Не знаю, решил просто пойти на сварщика. А воркаут? Можно создать с детства. Главная задача, чтобы все молодые люди без исключения нашли себя. Как рассказали в городском управлении по делам несовершеннолетних, самое главное – максимально охватить вниманием детей и подростков, которые находятся в социально опасной ситуации. Причины тому могут быть самыми разными. И это лишь одно из сотен мероприятий, в котором главное не победа, а участие, а также атмосфера позитива и взаимовыручки. Пока мы радуемся теплу запоздалого лета, работники Зеленстроя не теряют времени даром и готовятся к осенне-зимнему периоду. Когда облетит осенняя листва, в парках и на клумбах города зацветут яркие цветы. Наш репортаж из теплиц Зеленстроя. Напустить туману в теплицах Зеленстроя теперь могут, нажав всего одну кнопочку, а компьютер отрегулирует плотность капелек, защищая рассаду от небывалой осенней жары. Виола любит прохладу. Этот яркий цветок готовится стать украшением осенне-зимних городских клумб. К сожалению, прошло наше лето яркое, жаркое, вот, и наступает осень золотая. И чтобы она не была просто золотая, в нашем предприятии выращиваются цветы виола. В простонародье, как называется, анютины глазки. Значит, в этом году мы запланировали вырастить порядка более 60 тысяч штук цветов. Около 40 тысяч пойдет на озеленение города, на цветочные клумбы. Вот. Ну, остальное пойдет на реализацию санаториям, просто людям вот, в нашем магазине. Цветовую палитру максимально расширили в этом году. Заложено около 8 сортов различных, самых устойчивых к заморозкам, к морозам. Вот, ну, самые как бы популярные – это желтые, голубые цвета, вот, розовые. Сейчас идет пикировка сеянцев виолы из семян и кассеты в рассадные горшочки. Через 2 недели начнется высадка в грунт. Объемы работ, конечно, очень большие, но в Зеленстрое нашли выход из ситуации. Когда не справляемся, всегда найдется помощь. На данный момент нам помогают студенты сельскохозяйственного техникума города Анапы. Вот, девочки приходят с ребятами, охотно помогают. Выполняют те все работы, которые выполняем мы, то есть пикировку, вот, полив, расстановку горшочков на территории теплиц. Как бы справляемся.
Так что зимняя Анапа по-прежнему будет рассвечена яркими красками цветов. Виола грозных прогнозов на зиму не боится. В Анапе стартовал второй этап Кубка России по кайтбордингу в дисциплине фристайл. Турнир проходит на Анапском побережье уже третий год и пользуется неизменной популярностью не только у российских, но и зарубежных спортсменов. Fireplay Kite Championship стартовал в 2015 году и быстро набрал международную популярность. Победителем первого этапа Fireplay, проходившего в Санкт-Петербурге в этом году, стала Кристина Белогородская. Здесь, в Анапе, в соревнованиях между женщинами во втором этапе, она также планирует одержать победу. Здесь для соревнований, да, здесь очень простые условия для спортсменов, потому что здесь идеальная ровная вода, с которой очень удобно прыгать, и ветер достаточно ровный, и температурные погодные условия очень тепло, потому что во многих других странах в мире будет все намного тяжелее. То есть, когда будет волна, будет чоп, все будет сложнее. Сложнее для всех, но для меня в частности, потому что я как бы хорошо катаюсь на флете, то есть на волне пока не умею. Среди участников турнира есть и знаменитые спортсмены из зарубежных стран. Юрий Зилн – двукратный чемпион мира по кайтингу. Приехал из Нидерландов. В России впервые. Но уже успел оценить площадку и условия, в которых проходит соревнование. Это очень хороший вид спорта и хорошее место проведения. Здесь нет деревьев, всяких строений, очень удобно кататься. Здесь гладкая вода, поэтому мне нравится. Это мой первый визит в Россию, и я доволен организацией соревнований. На турнир прибыли более 40 человек со всех уголков России. Помимо фристайла, зрители смогут наблюдать состязания в одной из самых зрелищных дисциплин кайтинга – Big Air, когда спортсмен поднимается на кайте как можно выше и исполняет трюк. Соревнования продлятся до 19 сентября. Завершит турнир массовый кайт-марафон на 7 километров. Далее информация о погоде на завтрашний день. Партнер прогноза погоды – фирменная сеть магазинов «Тавровские мясные лавки». В Тавровских мясных лавках сосиски ганноверские экстра 209,90. Любительская Тавровская 229 рублей. Колбаса вареная ветчинная 219 рублей. Тавровские мясные лавки в Анапе. Парковая 93А, Крымская 98, Амелькова 28 и Астраханская 75А. По прогнозам синоптиков, 16 сентября в Анапе ожидается ясная погода без осадков. Температура воздуха днем 28-30 градусов выше нуля. Ночью опустится до 24 градусов. Ветер северо-восточный 2-4 метра в секунду. Атмосферное давление 759 миллиметров ртутного столба. Температура морской воды плюс 24 градуса. И в завершении выпуска информация о наших партнерах. Производственное предприятие «Меркурий-2» успешно ведет строительство многоквартирного комплекса «Кавказ». Строительные компании приглашают приобрести надежную недвижимость по разумным ценам. Деловой партнер программы «Новости» – медицинский центр «Анапа-Океан» предлагает качественную комплексную медицинскую помощь, начиная от первичной консультации и диагностики, амбулаторно-поликлинического и стационарного лечения, включая реабилитацию. Доверяйте свое здоровье профессионалам. Все выпуски новостей вы всегда можете найти на нашем сайте anaporegion.ru. А я с вами прощаюсь. До встречи. Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надежного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море. Рассрочка оплаты. Первая очередь уже сдана в эксплуатацию. Звоните 48-300. Медицинская программа для вашего ребенка. Ежемесячный профилактический осмотр. Неограниченное посещение врача-педиатра в случае болезни. Скидки на дополнительные услуги центра до 20%. От 3500 рублей в год. Анапа-Океан. Ваше здоровье в надежных руках. Подробности по телефону 424-19.